Всем привет, играем турнир 5 на 5, у нас 4 участника, поэтому он должен пройти быстро. У нас есть варианты Сикона, Окис, Сикос. На Сикона у нас нет адекватного ответа, поэтому Окис тоже так себе, по той причине, что это к углу может привести. Если я поставлю, допустим, Сикос сюда, то у меня будет Икоза, вот такие окончания. Но я сомневаюсь, что здесь есть какой-нибудь Эйкозан, это прям маловероятно, или что-то в этом духе. Могу, в принципе, просто поставить манок. Могу сюда поставить манок. Так, что вообще все это меняет? Сикамор можно получить, наверное, вот таким образом. Что-то подстроить под сикамор. Ну, может быть, может быть. Типа, если комар, ну там комара будет. Давайте вот так, наверное, манок поставим, мне кажется... Это более интересное решение. Ну, окись она может, конечно, написать. Команча. Ну, слушайте, а как тут команча получить, я не знаю. Сюда ион. Но это уж как-то слишком. Заман, роман. Так, в принципе, можно роман написать, да, под сикамор. Учитывая, что я хожу черными. Может быть, действительно имеет смысл. Так, пикон. Пикадор. То есть, в принципе, вариант с ходом роман не такой уж плохой, мне кажется. Да, давайте роман напишем туда. И потом... И сразу сикамор сделаем. Это у нас дерево из Библии. Сикамор. Так. Ну, вот видите, как я и говорил, роман с ходом весьма очевидный. Ну, сикамор надо написать, пока он не ушел. Кстати, есть слово романсист, но вот не в этом словаре. Но вообще, это слово есть. Так, а, еще ракоман, да, появился? Тот, кто у нас любит рок. Так, ракоман куда пишем? Сюда или сюда? Или, возможно, еще что-то есть? Кипарис пока нет. Так, ну здесь очень много гласных, здесь что-то может быть хорошее. Самокат, саморез, ароман, акоман, ракоман. Еще куда поставить ракоман, тоже вопрос. Так, анарак, арапис, акарапис. Вообще, апис, акарапис, я не знаю, что-то мне вспоминается. Нет, такого нет. Так, паропис, сипах, сипай, дракон, дракон. Так, ну ракоману, наверное, надо писать, только куда? Если сюда угла не будет, потому что там корькарьё, промо что-то, сюда можно еще попробовать. Давайте, наверное, сюда напишем ракоману. Так, у нас с приставкой про что-то, возможно, есть, типа прокорм. На всякий случай прокорм наметим. Так. Ну, наверняка я здесь что-то не вижу. Так, кипарис. Вряд ли. Кокона. Ну, это да, стандартный ход. Могу ли я что-то здесь лучше найти? Промо, промо-компания, промо-ролик, промо... Слушайте, по-моему, промо-кар есть, да? Это машина для демонстрации, именно промо-кар. Ах, нет. Оно есть 100% в орфографическом, но здесь словарь немножко не идет ногу со временем. Так, можно хроман написать. Хроман хорош тем, что... Хроман хорош тем, что у меня будет охрома, то есть я разрешу вот этот нижний угол в любом случае. Карикатура... Кокорыш, дракон. Дракон, я не знаю, надо ли писать. Давайте хроман напишем, пожалуй. Сюда куда-нибудь. Хроман, хромач, хромая. По-моему, хромая и хромой, да, по-моему, есть как субстантивированные. 100% они должны быть. Так, хромаки. Вот хромаке это уже вряд ли. Я не думаю, что это попало в словари. Так, а я его, правда, написал неправильно. Но это прям супер сомнительно. Так, хромит, охромат. Хромат, бахрома, в принципе, тоже, да, такой логичный ход. Макома. Ну, вряд ли я тут под что-то поставлюсь, поэтому давайте сразу его напишем, почему бы нет. Хотя можно было бы придержать, наверное, не знаю. Так, хромота. А, хромота, да? В принципе, можно было хромоту написать.
Так, но бахрому надо сразу, конечно, писать на хромат, потому что это известный табе. Напишем хромату. Так, может быть, что-то все-таки с приставкой промо есть? Промо. Потому что промо получалось снизу, но промо получается еще и сверху, если присмотреться. Но проблема в том, что я не могу это пристроить куда-то. Так. Кокорыш, ну вряд ли тут каким-то образом получится кокорыш, это надо постараться. Так, манси, да, всегда есть вот манси на всякий случай. Брамат, возможно, да. Или... Надо подумать с точки зрения угла, что будет лучше, брамат или дракон. Так, карикатура. Мориск. Мориск неплохой ход, в общем-то. Прокорм уже не получится, да? Мориск. А, что там еще у нас? Так, Акапи и Покоя, Капитель, Раперист. Ипако, Арипи. Так, Дракон или Брамат, что пишем? Так, если Дракон, то там Десна появляется, Адрон, Мордва. Мордва там будет, да? Если сходить Брамат, то... Ну, давайте дракона попробуем, чтобы мордвы не было. Хотя не то чтобы мордва легко читается, но все же. А, погодите, наоборот, я Брамат должен был написать, да? А, заговорился. Так. Адрон, Корда, Десна, Манси. Я пытаюсь из... Так, Макома, да, если из шести, я про нее говорил в начале. Макома, какие еще варианты? В принципе, есть шанс, что соперник правый угол заполнит. Возможно. Так, и Пикард, плохой ход. Плохой ход. Пикард очень... А, кокарда, да, куча. То есть вообще дракон плохой ход по всем статьям. Ну ладно. Все равно по очкам выиграю. Там рапид у нас в конце. Кокарда. То есть, да, брамат был более сухой ход. Наверное, я бы ничего не получил бы после брамата. Ну, только макама максимум, и все. Ну, тут... ну, что угодно уже выиграть. Ну, допустим, ну, пусть мар-2, да? То есть это 59, мне надо из трех букв написать. Уж из трех букв, то я что-нибудь придумаю. Так. Так, а кроме Рапида у меня там что-то есть вообще интересное? Харисип, да, был такой древнегреческий товарищ. Так, запил. Можно из двух даже написать, да? Ну давайте АИ напишем. Сорт шампанского у нас. Сорт шипучего вина. Так, Щакья. Аи, я последний раз, наверное, видел у Пушкина в стихах. Так. Срочку не помню, но там было чего-то пенного аи. Шакьямуни. Слушайте, Будда Шакьямуни, да? Вот известно. А вот правда, что это? Это как фамилия или это какой-то титул Будда Шакьямуни? Во всяком случае, тут этого нет. При каком-то... В 39-й было слово «такья», здесь нет. Я не помню, добавлял ли я его, пытался ли я его добавить в эту игру или нет. В принципе, я не вижу, чем плох ход. Нет, я вижу. Каша, акаша, да? И шак. Ну да, непростое начало, я согласен. Кьят, по-моему, кьят есть, да ведь? Кьят, по-моему, безопасно. Кьят. Ну, в общем-то, я могу написать кьят, да, типа взять... Себе белый цвет. Кьят. Чем-то кьят плох вообще? Вроде бы нет. Ну давайте. Или из тех соображений, что типа он не знает кьят, мне не пропустить тоже ход. Он, допустим, не найдет кьят, сходит какой-нибудь ишак или кашу. Ну да, наверное, давайте пропустим. Давайте из таких соображений пропустим. То есть понятно, что я могу, конечно, сходить кьят. Так, кьят это у нас денежная единица Бирмы. Так, ну вот как раз каша, да.
А Види мы здесь как-то можем получить? А Види это нужно Кава вот сюда, и потом еще Вика. Кава, Вика, ну как-то маловероятно, потому что Кавал будет, еще что-нибудь. А Каша куда писать? Сюда можно. Кашаса будет. Если сюда, если Кашаса, то ничего хорошего. Мас... Так, давайте сюда, наверное. А Каша, так, это у нас... Санскрита – тонкая, сверхчувственная духовная сущность, выполняющая все пространство. Прям как каша так обволакивает. Ну, можно представить, да, хорошая мнемоника. Вот. Значит, здесь у нас что? А, какие-то с окончанием мягкий знак «я», типа «бади я», какие-то такие слова. Так, шакал, наверное, очевиден весьма. Шакал куда только будет. Шакал вверх, да, предположим. Допустим, шакал вверх, и там нужно надо смотреть. Можно написать клака, да, можно, ну, для выгодности угла, наверное, клака, может быть, неплохой ход. Вот, кашаса, кашалот, шаракан, шаракан, не знаю, при каких условиях он. Слушайте, акара, по-моему, тоже, да, ведь есть? Так, шакал вот как раз мы получили, каракал, ладья. Так, нужно ли писать клака, вот вопрос. Клака я хочу написать, потому что там калка. Калка. Не, погодите, калка нет. Есть. Есть только... Такого нет. Это река калка. Битва на калке была. Так. Клади. Но все равно это выгодно, мне кажется, для меня. Потому что, скорее всего, надо поставить там, где стоит мягкий знак. Наверное. Но я не уверен. Так. Лакшми. Лахама. Давайте сюда клаку поставим. Кладь ладьян, понятное дело, если там закал-закалка, это все в мою пользу в любом случае. Так, клакер-клакер, абака. Ну это нет, это не серьезный вариант, а тут надо с чем-то более интересным. Белым будет подойти. С чем, например? Хороший вопрос. Кстати, есть ли здесь хороший ход? Кав. Кавал. Кавал ведь есть? Кавал. Кавал есть. Так, кавал. Пастушеский инструмент. А кара вид лучеперых рыб. Кара, кавал. Если кавал будет куда-то сюда. Ага, лаваш. Ну это, в принципе, то же самое, что и кавал. Так, клавикорд, кувиклы, ковал, ковала. Так, что бы здесь можно такого интересного? Можно написать, конечно, лаважи с буквой Ж, что, наверное, неплохо. Кашевар, кашевар, что? Ну, кашевар я не хочу рисковать. Лава, слава. Так, клевок, левак, левак. Слава, если слава, то... Если глава, то там мгла, да? Хм, интересно. Если левак, то... Мне ход левак вообще нравится. Давайте левака напишем. Я, знаете, просто почему хотел написать... А хотя... Нет, в принципе, не обязательно левак был писать. Я просто почему-то подумал, что глава слава, и что там угол не очень. Но там же всегда есть гусло, поэтому я мог, в принципе, и не рисковать сходом левак. Ну, потому что это гласное, тут можно что-то пропустить. Но я лично не увидел чего-то, что я мог пропустить. Левада. Хотя, возможно, я чем-то усложняю игру в этом случае. А, левада. Так, интересно, а что-нибудь типа... В английском есть velcro. Есть ли оно здесь? И как вообще оно может писаться, я даже не знаю. Нет. Так, левада. Левада это дополнительный, по сути, ход на ход ладья, например, да? Так, мариск уже не актуален, давайте зевак. Ну вот я о чем и говорил, да, то есть левак вообще не обязательный ход совершенно был. То есть не стоило его писать, надо было просто написать там слава, например, вверх или глава. Так, чтобы сходить. Можно ковал, салака, правда, на него. Вакаш можно сходить, весьма сухой ход. Так, вакаш, ну, наверное, лучше его попридержать. Так, клевок. Клевок, лаваш, вакаш.
Вакат. Может быть, лаваш с буквой Ж написать? Возможно. Погодите, левада же внизу есть. О чем я? Я что, леваду зря, что ли, написал? Я почему-то смотрел вправо всегда, а левада есть тут, поэтому все нормально. То есть, будем считать, что левак это был такой ход в размен, который я, разумеется, не видел, но я буду себя оправдывать этим. Так, садака у нас из А1, поэтому, наверное, все же это плохой ход. Так, у какой-то, кстати, есть... Хотя лакедра есть рыба? Или это не рыба? Это рыба. Морская хищная рыба. Так, лакедра. Как мы ее здесь... Ну, мне кажется, до нее далеко. Это нам нужна дека, да? Нам нужна дека, потом кедра, лакедра. Маловероятно, маловероятно. Так, садака, конечно же, ход номер один. Садака. Потом на садаку кадастр надо смотреть. Вдруг получится как-нибудь. Кашевар по-прежнему может быть у нас всплыть. Он может. Хвала. Вакаш. Вакаш. Это все ходы, конечно, полезные, да. Так, он мне опять дает возможность перехватить ход, если я того желаю. А я, наверное, желаю, да, по той причине, что первым ходом мне это было делать невыгодно стратегически. Сейчас мне это делать и выгодней. И поэтому я схожу с садаку и буду спокойно сидеть на преимуществе. Вот. Давайте садаку сходим. Кадастр. Кадастр никак, наверное, не получится. Никак. Так. Какие еще варианты? Садок. Садок, осадок. Ну зачем нам садок? Лаковар. Нет, вряд ли, вряд ли. Так. Мне вот интересует А4. Я что-то по-прежнему ничего не вижу хорошего в А4. Зевак. Как-то не могу ничего там увидеть, кроме ишака какого-нибудь, да? Ну, смотрите, самый такой коварный ход это каше или саше. Саше, кстати, можно получить, мне кажется. Есть. Нет, судак, да? Ну, потому что там после садаки судак хорошо читался, конечно же. Так, ну я могу просто, конечно, написать чудака, особо тут не мудрить. Судок это уже более такой, мне кажется, рисковый ход. Акаду. Есть что-то? Акаду, какаду, конечно же. Поэтому это плохой ход судак. То есть вместо судака что надо было сходить? А я не знаю, кстати. Он, получается, играл черными. В принципе, он мог пойти на какой-нибудь. Нет, зачем он? Нет. Ему что-то иное надо было. Ему надо было пойти что-то в духе, не знаю, там, вакаш, вакат, вот такие ходы. То есть что-то, наверное, в D4 он должен был сходить по-правильному. Какадо ведь еще не было. Так, авада. Кедавра. А что еще там было? Задавака. Задавака, ну... Задавака, по-моему, есть, да. Но, правда, что-то я не думаю, что он тут возникнет. А, нет, задаваки. Или... Задава. Или вообще, или это какой-то просто... Задавала есть? Задавака. Или это, может, я придумал? Тоже, что задавака. То есть, по идее... Я не знаю, почему их обоих нет. Может быть, у одного пометка какая-то там снижена или что? Вопрос. Так, вот у нас садок. Вот здесь долька, да, просматривается хорошо. Так, просматривается долька. Еще у нас что здесь? Судоку никак. Подава. Ракада. Ракада можно сходить, да? А, только плохо, потому что блокада, да? Можно ракаду вниз, в общем-то, написать. Из этих соображений. Оставить ему дольку, чтобы он под блокаду написал. Ну, возможно, возможно. Если ракаду вправо, то акория, да? Или акория, я уж не знаю, как она правильно произносится. То акория, долька. Давайте, наверное, вниз ракаду поставим. Так, продавец не получается. Приставку про можно как-то развить вообще? Прокал. Прокал. Вроде нет такого слова. Так, прокат только есть. Докалка. А, докалка, кстати, не видел. Докалка. Погодите, а прокалка же пройдет, нет? По логике. Поэтому докалка сомнительный ход. Но я докалку, кстати, не видел, справедливости ради.
То есть, по сути, я должен был писать докалка по-правильному, да? Потому что буквы R еще не было. Это же я ее поставил ракадой. Вот. Прудон, прудонист. Прудовик. Что еще? Так, ну мы видели, что долька плохо под блокаду. Долька. Ну, маклак какой-нибудь, наверное, будет. Есть что-то еще с окалка? Покалка вряд ли такое есть, звучит странно. Так. Акадо, авадо. Подавалка. Не знаю, звучит максимально странно, да? Что-то, какой-то прибор для подавания там чего-то. Максимально странно, да. Так. Какие варианты? Лакья, акьякьят. Окада. Окада. Про. Долька. Долька блокада. Зачем? Что-то, мне кажется, я здесь пропускаю. Вокал, может, просто написать. Авокадо там не получается. Да, кал какой-нибудь, ковш, да? Да. Вокал можно писать или нет? Лаковар. Вроде бы можно, вот так на первый взгляд. Например, вокал и потом ковш. Мне кажется, вокал хороший. Вот. Во всяком случае, явно лучше, чем долька. Так. По-моему, садакоз должен быть ход, но его в этом словаре нет. Или, погодите, или он соду... Нет. Нет, он, по-моему, содокоз, да? Или нет? Или я путаю? Я просто давно уже это слово не писал. Есть содоку, содоку. Ну, короче, не здесь. Не здесь в любом случае. Уровень. Так, можно ли как-то V и Я связать каким-то образом? И вообще, лямка. Лямка есть ход, да, но нужен ли он? Лямка, пуля. Лямка, мне кажется, ничего не особо не дает. Если ковш, шип, лямка, по-моему... Нет, оно дает мяло, мяло. Так, я все время забываю, что убрали-то? Мяло убрали, да? То есть, по-моему, свалка. А, кстати, свалка вообще не... А, ну потому что я, наверное, не рассматривал того, что появилась буква А, да, в Е5. И как-то свалка мимо меня прошла, там, увалка, например. Да? Ну да. Зевалка, одним словом, не увидел, короче. Так, ну что, ковш или есть что-то лучше? Если ковш, то... Вроде ничего там на ковш нет. Спрус, это у нас английский язык. Спрут, прусак, прудов... Даже, я не знаю, здесь каким-то образом можно вообще подставиться. Я не знаю, есть ли какая-нибудь прудовка, или под прудовик, или вообще. Наверное, ковш надо просто писать. Хотя лямка-то вроде, да, получше даже. Может, лямку? Поляк, пуля. Хотя пуля, да, наверное, не стоит, потому что ковш. Ну, наверное, то на то и выйдет, в общем-то. Давайте ковш напишем. Так, ему надо из 7 здесь что-то выудить, прям супер какой-то ход. Опрокид, опро... Не знаю, что вообще может быть за ход. Корп. Я склоняюсь к тому, что здесь нет хода. Нет, я, конечно, я бы потратил, если бы, да, я был в такой ситуации, я бы потратил свою минуту, там, надеясь что-то выудить, но, по-моему, это не тот случай. Максимум скорп, что-то может быть, корпус, скорпия. Если из угла, тут спру. По-моему, спру здесь лучший ход. Спру. Мне кажется, здесь лучше ничего не придумаешь. Ну, скорее всего, мы увидим, наверное, даже не спру, а какой-нибудь шип, скорее всего, мы увидим. Или вообще ничего не увидим. Или увидим пропуск кода. Так. Ну да. Мы увидели как раз-таки. Так. Ну что ж, победа. Турнир вроде не супер получился затянутый. Партии неплохие. Тут... Да, вышло неплохо. Ну что ж, увидимся.